Представьте, мне завтра нужно ехать на этот праздничек, и мы будем ехать за город, вообще в другой поселок, далековастенько немного. А своего долгожданного ребеночка наверняка все купят. И вот сейчас иду, и, честно говоря, понятия не имею, что можно будет купить. И этот парк я тоже очень люблю, недалеко от нас. Это просто красота. Смотрите, голуби купаются. Какая им роскошь, правда? Да, в принципе, и людям, гляньте, на солнышке сидят, греются. Здорово. Здесь у нас, как всегда, кричащее дерево. Видели, какие гнезда сделали попугаи? И там они, я так понял, живут общиной. Вечно кричащие попугаи. Вот смотрите, да? Вот такое под окном иметь. Счастечко. Один сидит что-то там. Или кормит своих деток. Постоянный кипиш, постоянный кипиш. А и вон четвертое гнездышко. О, я этого гнезда не видела, это, видно, какие-то свежие. Ну, покричите, покричите еще. А громадные эти, большие, а. Вы только посмотрите, дорогие мои девочки. Какая красота для детей, а. Вот сюда мы сейчас с вами и зайдем. Называется Лановый Роса. Не дешевый, не дешевый. Ну-ка, давайте посмотрим цены здесь. Сколько же стоит такая красота? 19,45, 33,90, 15. Ну, вы цены видите, да, примерно? А модели какие, а? Боже мой, это кошмар. А цены, а? А цены-то? Вы только посмотрите. 41,45 костюмчик. Боже, драгоценные вы дети. Какие вы дорогие. Какая красота для детей, а? Это ж просто свадебные платья какие. Какая прелесть, а? Сейчас я вам покажу еще. Колясочки, платьюшки, боже мой. Это вот, смотрите, на для мальчиков, на первое крещение, примера коммунион. Принимают первую, как говорится, ну, по-своему называется свадьба с Богом. Ну, это я так много не могу объяснять. То они выбирают вот такие вот костюмчики. А для девочек выбирают вот такие вот платья. Смотрите, на примера коммунион. Ну, я вам честно говорю, это свадебные платья. И каждое платье может стоить деньжище, а? Смотрите, мальчика уже готовят, видели? Я уже купила, девочки, костюмчик маленький. Девочки, я вам клянусь, что-то я тормознула. Хотела снять вам этот самый, разговаривала с девочками. Они мне показывали модельками, и я так стала, и у меня аж слюнки потекли. Ну, взяла что-нибудь подешевле, потому что, честно говоря, ну не вовремя, очень не вовремя. И сейчас надо будет пойти купить тоже наверняка памперсы, потому что памперсы это то, что всегда нужно, правда? Или какой-нибудь наборчик с духами, там, с кремами и со всем. Это, мне кажется, самое главное, правда? Потому что всегда оно нужно будет. Посмотрите на памперсы Дадот. 14,90, 19,90. Это кошмар, а? Вот это золотые детки у нас, а? 27,99. Постарше, смотрите, 26,99. Кошмар, на 6-10 килограмм. Вот это да. Еще подешевле есть, на 8-15 килограмм. 14,77. Вот крема разные, все остальное, Джонсон Бэйби. И смотрите, духняшечки. Вот такой хороший наборчик, смотрите, мальчик мне предложил. Вот, видели, да? Нинуко, мучила пасео. Там все сразу, видели, кремчики. 14,99. Блин, у меня уже денег не осталось, а? Короче, девочки, купила еще тоже влажные салфеточки. Хотела купить памперсы, думаю, не. Я просто не потяну. Так что вот такие дела. Представьте, да, только утро началось, и уже 30 евро, как вроде бы так, и не было. Только посмотрите, какие цвета, девчоночки, а? И птички поют. Ну, прям, ну, я не знаю, а? Кайф, кайф, кайфую. Дочка позвонила, говорит, быстро вылетай. Девчонки, я вам клянусь, напялила опять то же самое платье, потому что, ну, просто готовила совсем другое. Ну, как всегда, сейчас буду губья и все остальное красить уже по ходу. Лечу, лечу. Платьюшка не видел, вы же видели его, да, длинное, вот здесь с разрезиками. И взяла с собой на всяк пожарную кофту, потому что, может, холодно будет на вечер. Так что бегу. Смотрите, где я вам поднимаю сегодня видео, а? Вернее, вчера. Вчерашнее видео я поднимаю таким способом. Вот таким.
представьте, а люди, которые живут в Вере, да, вот в этом поселке, ну, городочек, поселок, как это так. Которые работают в Альмерии, представьте, да, и вот это каждый день ездить, ну, почти час промежуток от Альмерии. Фламинги! И гляньте, как близко, а! Смотрите! Вау! Боже, какая прелесть, а! Гляньте, а! А тишина какая, а! Смотрите, вот эти взлетают, гляньте! Боже, какая красота! Специально для вас! Смотрите, как близко! У нас там в Альмерии они довольно-таки далеко и не видно, а здесь, смотрите... Смотрите, какой урбис здесь, а? Опачки, а? Видели, а? Надо будет сюда пройтись, посмотреть потом, а опять. Вот и наша беременная бежит. Зевотики, смотрите, наши зевотики. Это похоже. Сегодня и день рождения, и баби-шоу. А, и нашего мальчика будут звать Алекс. Какая прелесть, вы только гляньте. Ой, все готово. Кикосита. Кстати, очень оригинальный урбис, смотрите, да, чудесненько. Там вот у них бассейн общий для всех. Тихо, спокойно. Смотрите, вот террасочка у них такая, три комнаты, чудесно, а? Внизу, он, видите, так аккуратненько, соседи, гляньте, даже колодец, ой, как здорово, правда, гляньте? Бозички еле ходит, еле ходит. Мамочка уже готова, сейчас будет животик разукрашивать. Ой, бозички. На этой свадьбе мы были, кстати, смотрите, а? И вот наши первые. Ой. Ой, бозички ты мой. Уже вырисовывается мордочка. Должно получиться вот такой вот Микки Маус. Это наш папочка. Папочка, у папочки истерика. Ай, смотрите, уже появляется. Какие мы красивые. Мамочка счастливая. Боже, какая прелесть, а! Сейчас пока там рисуют животик. Ой, балдёж, а! Вспоминаю свою беременность. А у нас такого не было праздника, правда, девочки? Не знаю, по крайней мере, у меня не было. Как мы чудесно здесь празднуем, а! У мамы Сильвии сегодня день рождения, 80 лет. Представьте, так что мы празднуем сегодня два праздника. Вот мы и готовы, мои же вы хорошие. И мама, и папа. Мама счастливая. Lucía, ahí, ahora. Hola. Ай, класс! 80 лет сегодня женщине. Кумпленью!
Это мама ее. Тели, брат! Боже, мы сегодня будем худеть. Два торта, ребята. Представьте, несли торт, и он разломался от жары. Нервы мои хорошие. Вы только посмотрите, какой ночи сэр, хотела сказать. Закат солнца, а? Класс. Уже второй кусок, третий съедаю. А теперь на этого торта. Кто нас провожает? Ой, две красотки. Адьос. Посмотрите, чем я сейчас занимаюсь. Только не ржите. Понимаете, да? В куколки я играюсь. Вот. Вы гляньте, какая она грязная, замухрышечка моя. Я ее сейчас стираю. Ну, в принципе, кто не в курсе, эта кукла у меня висела на кухне, да? Сейчас я ее отстираю и покажу вам, что это за куколка. Если честно, то вот такие вот куколки почти у многих испанцев есть. Ну, может, такие, может, другие, другой формы. Но они есть. Заценяйте, видели, да? Вот такая она у нас. Помыла, постирала, вот такая замухрыха была. Смотрите, короче, это кукла, видно, да? И вот здесь внизу у нее есть платье. Смотрите. Тара-та-та-аз. Ну, подшить надо, малюха. Тут есть дырочка. Показываю лежа, потому что висячая не получается. Вот сюда мы ложим сумочки супермаркета. И вот здесь, смотрите, мы их вытягиваем. Поняли, да, это платье? И здесь получается вот такая юбка, когда она полная. Ну, вы поняли, да? И она такая вот надутая вся, потому что там все сложены все сумочки. И красота! Кстати, на меня похоже, правда? Так что она потом получается как в юбке, поняли, да? И там лежат все сумочки. Ее подвешиваешь, и усё. И красиво, и нарядно, и полезно. Дорогенька моя, отдыхай ты у меня в ванной, стекай. Завтра, как станешь, как говорится, красивой и полегче, мы тебя через балкон выкинем. Девочки, этой кукле... У меня был жених, и мне подарили такую, знаете, как корзину громадную. И в этой корзине был полный набор всего. Туда входила постельная, туда входила, что только туда не входило, всего. Простыни, туда входили полотенца, туда входили... Ой, что же еще там было? А, скатерть входила. Туда все полностью входило. И вошла эта куколка. И, конечно же, все для кухни полностью. Полотенечки, т.д. и т.п. Ну, короче, представьте, он работает медиком, и ему подарили это на день рождения. И он говорит, нахрен оно мне надо. Я говорю, Антонио, дурак, блин, ну зачем? Вот смотри, какая прелесть. Он говорит, я эту лялечку повешу, говорит, вся в комнате. Меня тогда вообще не знаю, за кого посчитают. Ну, короче, говорит, приди ко мне, забери. Ребят, я пришла, ну там пипец, там, понимаете, во-первых, много очень испанцев делают с этих, как они называются, корзин, делают для ребенка прямо куна по-нашему, ну поняли, да, как кроватка в таком плане. Обалденно, красиво получается, так что она у меня там сохранена лежит, а вот девочку мы пользуемся девочкой. Красотка, высыхай. Ребята, кто не в курсе, ремонт в ванной, вот эта штуковина мне сделала мой племянник, помог. А рисунок вот этот вот я сделала сама. Ну, там немножко еще подровнять надо, ну, это мои, как говорится, моя работа. Не, ну, знаете, как красиво теперь смотрится кухня, правда? Более-менее такая вот свободненькая, такая чистенькая, беленькая. Ну, по крайней мере, гляньте, правда? Девочки, вы спрашивали, есть ли у меня стол. Вот мой стол. Видели? Сейчас я вам покажу. Это как своего рода островочек. Видели, да? Вот так вот оно у меня сейчас выглядит. И кухня стала, кстати, больше. Кстати, кто не в курсе, это тоже я сделала сама. И столик сделала, и окно вынесла, и покрасила. Все сделала сама. И покрасила. Здесь то же самое. Единственное, что полы мы не можем покрасить, потому что пока у нас собачки... Вот так выглядит мой балкон. Здесь ровно 6,5 метров. Ну, длинненький, но нормальненький. А там у меня еще точно такой же самый есть с той стороны балкон.